Внезапно закончилась утренняя тренировка, и арена абсолютно пустая, кроме нас тут никого нету. Но вечером здесь будет настоящая жара, будет настоящий баскетбольный ад, потому что здесь будет все забито. В прошлом году было очень круто здесь играть, и, конечно, тяжело, когда против тебя 16 тысяч болельщиков, но, с другой стороны, это добавляет силы мотивации. И, конечно, в таком шуме мы плохо слышим друг друга, но эти моменты мы отрабатываем на тренировке, когда у нас проходят тренировки с звуковым сопровождением, чтобы во время игры для нас этого не было стрессом по ходу матча. Москва!